Какая э, погода хорошая, дорогая, ты не хочешь со мной на рыбалочку сходить? Пошли, точно пойдешь? Точно. Тогда иди готовь удочки, накопай червей и собери нам что-нибудь с собой покушать. Хорошо, а ты что будешь делать? А я чай посижу попью. Счет то нифига не честно. Да нормально вроде. Ммм, ненормально. Так, иди готовь всю к рыбалке. Не пойду. А если так? А если так, то я тебе сейчас этот кулак в жоп засуну, а червячка твоего на крючок насажу. Пойду-ка я сам все приготовлю. Говорились, а я, пожалуй, чаек посижу попью. Ммм, хорошо.